Мальчик по имени Гена сидел за компьютером и ждал своего друга Александра. Прошло около 3 часов, а его друг все не объявлялся. Как вдруг раздался звонок в дверь. Гена неохотно встал с удобного кресла и пошел к выходу. На свое удивление, он увидел своего друга Сашу. Саша был бледен и мрачен. Гена пошел в комнату за ключами, которые были в компьютерном столе. Пока он ходил за ключами, решил, что даже хорошо, что его друг пришел, так как он 2 дня один дома был. Когда он открыл дверь, Саша вошел, что-то тихо произнес, похожее на привет, и смотрел на Гену. Из комнаты начал доноситься знакомый звук. Это был звук скайпа. Когда Гена прибежал в комнату, он увидел, что ему звонит его лучший друг Александр, который у него находился дома. Гена удивился, что за фигня, и ответил. Услышав голос друга, он впал в ступор. Когда рассказал все другу, тот решил, что он шутит над ним, и не поверил ему. Саша сказал, что ему нужно было отъехать по делам, поэтому он не вернулся домой после учебы и приехал только что вместе с родителями. Саше пришлось уйти от компа, он понадобился для работы его родителям. Гена был в панике, осознавая, что у него кто-то или что-то в квартире. Набравшись смелости, он решил найти существо, похожее на его друга. Сначала он прибежал на кухню, там никого не было, к его счастью, и ничего не изменилось. Взяв нож для храбрости, он решил проверить остальные 2 комнаты и направился в комнату младшего брата, который был вместе с родителями на даче. Там он ничего не обнаружил, но перед тем, как он собрался уйти в спальню родителей, он почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, дверь резко захлопнулась. Гене стало еще страшнее, ему захотелось выпрыгнуть в окно и бежать. Бежать как можно дальше. Он так стоял, смотря на дверь, 15 минут, и, наверное, бы так и стоял, если не услышал звонок телефона в своей комнате. Быстро пробежав в свою комнату и закрыв за собой дверь, он осмотрел ее и ничего не нашел. Взял трубку. Ему звонили его родители и спрашивали, все ли нормально. Гена начал умолять, чтобы его родители вернулись домой как можно быстрее. Они сказали, что уже поздно и приедут только завтра утром. Вдруг связь оборвалась, и через пару мгновений кто-то пытался открыть дверь в его комнату. Гене было настолько страшно, что он прижался спиной к стене. Он начал сползать вниз, и его глаза намокли. Так он просидел несколько часов в темноте, но в дверь опять начали ломиться, подумав, это конец. Он захотел перерезать себе вены, но не успел он ничего сделать, как дверь выломал его отец. Входная дверь была открыта, провода в подъезде были чем-то перекусаны, а на его двери была надпись «Я еще вернусь».